What? Ну что, идем брать PlayStation Plus 5. А почему плюс? Просто так вырвалось. Пошли забирать PlayStation 5. Гипер ДНС. Plaza Home. Погнали. Ну не получилось на стойке заснять. Снимаем здесь. Но она как-то некрасиво выглядит, потому что вся обмотана. Пока как-то так. Сейчас доедем до дома и будем распечатывать. Всем еще раз привет. Так, ну что, добрались мы до дома. Начинаем распечаточку. PlayStation 5. Если что-то будет некорректно со звуком, ничего страшного. Нам главное, что сделать? Распечатать. Ну, это миллион обзоров уже сделала, так что мы продолжим. Ну, так она была в ДНС запечатана, ее все обкрутили. Не знаю, чтобы коробка, наверное, не побилась, но мы не будем уже церемониться. И погнали. Распечатанная. Не могу сказать, что прям долгожданная посылочка. Посылочка-передачка. Все нормально. Ждали, это был спортивный интерес. Ждали, и это у нас получилось. Спасибо боту и ДНСу. В исполнении, как говорится, желаний, да? Так, ладно, что здесь значит у нас? Ну, коробка как коробка. Все говорили, что прям тут тяжелая. Ну, не знаю, подымаю там как-то без проблем. Пакетик его положил, даже пакетик не порвался. Грубо говоря, чтобы, а то там начали, я в ДНС не смог это заснять. А то что-то столько ротозеев собралось, что знаете, как-то, как будто что-то невиданное. Что даже сами с ДНС подходили работники, спрашивали, да, как, где, у нас мы что, продаем, говорит? Они даже не знали, что у них на складе есть PlayStation. Плойки, кто делал предзаказы. Ладно, давайте, сильно не буду мучиться, сильно рвать неохота. А знаете почему? Потому что, как в предыдущих разах, ну, все это дело у меня продавалось. То есть, зачем похабить коробку и все эти дела, все вроде бы запечатано, все пломбочки, аккуратненько их отстегнули, не надо прям обрезать, и с таким же макаром потом обратно можно их причпокать, чтобы, как говорится, красиво людям вдруг, ну, вдруг выйдет, знаете, такая, как PlayStation Pro там. Кстати, свою плойку я PlayStation Pro продавать не буду. Оставлю как запасной вариант. Так, что, положим боком. Главное, чтобы коробку не ушатать. Ну, как-то так, давайте вытаскивать надо, да? Или что? Вот это вначале открыть. Ну, давайте. Ой, так и знал. Ну, это не у меня, у первого. Коробочка такая, знаете, хиленькая. Так, она открывается. Вот так. Раз, 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 открылось все. Значит, а дальше что? Дальше вот так вот здесь сверху. Давайте я боком все-таки положу. Боком лучше видно будет или нет, не знаю даже. Как говорится, мы непрофессиональные. Так, это обзорщики. Документация всякая разная. Сейчас посмотрим. Кабель один. Что тут еще дальше у нас лежит? Еще тут подставочка, походу, сейчас распечатаем. Ну и HDMI кабель, наверное, я надеюсь, как бы 2.1, да? Что тут еще интересного у нас есть? Так, еще раз говорю, тяжести никакой она не составляет. Вытаскиваем эту коробочку, коробчонку, что там еще у нас? Еще один проводочек. USB, да? Type-C. Так, ладно, неважно. Все, и там простенько она лежит, бедолажечка. Вот сейчас я ее вытаскиваю. Без всяких. Вот одной рукой спокойно взял. Вытащил вместе с этой большой коробкой. Эту коробочку я выкидываю в сторону пока. И с этой коробки мы вытаскиваем ее. Все, вот она. Не знаю, ребята. Для первых впечатлений, чтобы сказать, что она прямо громадная. Сейчас ее раскрою. Ну, я говорю, это я говорю по словам видеообзорщиков. Тяжеленная, огромедная. Пока сам, как говорится, не попробуешь, не поймешь. Ну, так она вот выглядит. Сами поняли, шокирующего у меня ничего нету такого, прямо ж восприятия.
так как уже все насмотрено. В руке вот одной рукой держу, ну как, ну не то, что спокойно, ну держать можно, чтобы поставить ее или еще что-то, нормуль. Ну так что как-то так, вот она выглядит, что прям вау, здоровая, я про здоровую, то что новое есть новое, PlayStation 5, это да, ну как бы чувство есть такое, новизны какое-то, а так уже все как бы обсмотрено также в видосах. Все, вот она красотка, вот так выглядит. Вот одной ручкой можно держать ее даже. Небольшая, я вам скажу. У меня же такое ощущение, может, я не ту модель взял. Нет, с дисководом все нормально. Не громадная даже. Не могу сейчас донести до своей PlayStation. До PlayStation Pro я не буду ее доносить. Как бы вот так вот она выглядит. Ну, давайте просто ради интереса, что я сделаю. Я вот так вот два джойстика положу. Вот один, вот второй. Ну, приблизительно где-то так. Ну, еще, может, чуть-чуть, да? По длине то же самое. Вот он джойстик. Это кому как параметры. И вот так вот ширина, да? Если взять по дискам. Ну вот берем один диск, второй, да? Ну вот и еще чуть-чуть остается. Как-то так. Ну такие размеры, потому что она у меня подключена. Вот. И дальше уже рассказываю, как я с ботом начал работать. Что и как получилось, как я пришел. Как я положил вот так вот. Положил два телефона. И все, и пошло дальше. Ну все, вроде бы, ребята, на этом пока дальше. Сейчас будем передописывать, как говорится. Ладно, погнали к следующему видео. Давайте. Типа начался как этот розыгрыш. Вот так положил два телефона. Вот, что-то я их не подготовил. Ну и открыл, короче, сеть. У меня два разных интернета, домашний и мобильный. И начал нажимать ждать. В 10.03 оба телефона при перезагрузке, чтобы обновилась информация сайта, зависли. Ну и что дальше? Ну, зависли, я думаю, ну все, профукал. Ну через 5 минут, ну где-то 10.03, раз опять возобновилось, сразу появилась у меня строчка для оформления PlayStation. Я оформил спокойненько. Все, и в 10.10 уже все закончилось. Все, все плойки были раскуплены. Так, через час буквально после этого приходит мне еще с Эльдорадо сообщение, что сейчас будут браться заявки на Эльдорадо. Ну как-то так, попытаюсь сейчас еще первое включение сюда поместить. Кому интересно, подскажу, расскажу, заходите на сайт, узнавайте про ботов. Там все сказано, рассказано, что, сколько, как стоит или не стоит. Все, давайте, сейчас до следующего видео пошел делать дальше. Для себя и для вас. Все, давайте, увидимся. Увидимся и услышимся сейчас, далее, при переподключении. Всем большой привет! Первое включение PlayStation 5. Так, ну что-то у меня чуть не по плану пошло. Ух ты, она даже что-то говорит. Так, что-то она там говорит, я... Типа контроллер подключите, да? PlayStation 5. Да подожди ты, пристала, блин, дай мне настроить. Ты так резко включилась, что я ни хрена не успел. Сейчас, врубим, не ссы в компот. Да, ты что, заела, что ли? Ой, врубаем! Да, замолчи ты, свой рот. Я тут с проводами разбираюсь. Ты смотри, тёлка упертая, да? Ой! Хорошо, врубил. Включаем. Можно отключить? English, United Kingdom. Нет, на русский давай. Button. Все? Так, регулировка области отображения. Круги должны заполнять экран, не оставляя черной рамки. Так, это мы всегда можем выбрать потом. Правильно? Далее, регулировка HDR. Отрегулируйте... Так, это мы тоже можем сделать далее. Регулировка 2. Отрегулируйте эту настройку снова, нажимая кнопки вверх и вниз. Я хрен его знает. Далее.
HDR3 еще один раз нажимаю кнопки вверх и вниз, отрегулируйте яркость экрана. Ну, пускай пока так будет, потом доделаем. Так, ставьте диск с игрой, если у вас есть диск с игрой, ставьте его, и мы установим игру, пока вы занимаетесь настройкой. Нет, спасибо, мы врубаем без диска. Так, настройка питания для режима покоя. Задайте уровень энергопотребления, доступные функции PS5 в режиме покоя. Так, сниженная, оптимальные, специальные настройки. Так, снижено энерго, уменьшено энергопотребление, некоторые функции отключены до 0,5 Вт. Не устанавливайте обновления, они загружаются, устанавливаются, когда консоль включена. Так, оптимальный. Всегда устанавливайте последнее обновление, не забудьте сохранить игру, так как при обновлении она закроется. Включается дистанционно при подключении с помощью приложения PlayStation App или дистанционной игры. Так, специальные настройки. Ну, давайте пока сниженное выберем, а там уже разберемся. Так, принимаю, подтверждаю. Так, идентификатор. Так, давайте позже, правильно? И ждем. Я могу? Так, я джойстик пока отключил. А там посмотрим, как и что получится. Как бы еще говорил, непредвиденное все. Так, кого возьмем? Боевики, переключения. Слушай, прям тут это и лойка-плойка везде. Так, у меня тут кривовато что-то получается. Запись ведется, опять не ведется. С этими настройками, блин. Нажал чуть не туда. Кстати, у меня уже там стоит. А у меня там уже стоит, блин. Вон камеру поставил на телевизор, нормально встала. Пока еще, правда, не пробовал ее. Так, ладно, у меня там стоит. Ну давай вот этого билибоя, остробоя поставим. Давайте не будем заморачиваться, пока поставим так. А там разберемся, что у меня получается. Так, юзер 1, окей. Подтвердите и продолжите. Дайте хотя бы что-то начать. Мне надо попробовать. Я сказал, это первое включение. Что будет происходить от настроечки потом. Йо-хо-хо, бутылка рома. Играть? Ну что, давайте поиграем. Так как меня еще в карту видеозахвата не пускают, потому что я в настройках не был. Ну давайте попробуем. Пока как-то так у меня получается. Хочется проверить вот эту тему, как она работает. Уведомления во время игры отображаются только всплывающие окна. Sony Interactive. Интерактив. Так, ну вы поняли, да, запись у меня с колена, все по-быстрому. Слишком много сегодня видео сделал. Как-то не готовился. И врубил. О! Задрожал. Так, что там? Ну, джойстик дрожит, пока не пойму, что там в нем происходит. Постараюсь и здесь настроить. Блин, что-то у меня. Сейчас сделаем вот так, да? Криво, не криво. Я как, знаете, как в кинотеатре пиратский фильм снимаю. Ну что, просит нажать любую кнопку. Джойстик там что-то двигается, непонятно что. Нажимаю. Ой. Звук чуть потише сделал. Чуть не сломал всю свою конструкцию. А, кстати, я же не настроил, кажется, телевизор нормально. Ой-ой-ой, не туда полез. I'm sorry. Вот мне куда. Изображение. Джойстик трусится. Все, а у меня что здесь стоит? А, конечно, у меня индивидуальный стоит. Елки-палки. Вот, ставим CinemaPro. У меня уже отрепетирован. Во. Другое дело. Так, вибрация. Адаптивные триггеры. Ну и что ты мне предлагаешь? Ну дальше, да. А, да, блин, жестко нажимается. Ну как вот? Знаете, как с таким нажимаешь, вот я сейчас, он показывает на экране, нажимаю, а дальше раз, как будто так ступенька какая-то, раз, нажимаешь, типа твердовато. Ну да, такое есть, ну говорят, это можно отключить, далее, что там? Так, сенсорная панель, что мне нарисовать? Вот, хорошо, понятно, далее. Полетели эти пташки туда, датчик перемещения, а, это я должен... Покрутить джойстиком, понял, покрутил, отлично, вот, вверх, вниз, все, поворачивай, дальше, погнали, что это, микрофон, 1, 2, 3, 4, 5, а, нажать включить, вот, я сейчас его выключил, кажется,
Сейчас включил. Не знаю, там слышит, что он где, куда, чего записывает. Я ни хрена не пойму. Так, поехали. Потом уже буду разбираться. Там, говорю, как вопросы будут, как я эту Соньку добыл с помощью бота. С помощью вот этих ботов, которые в телевизоре. Обращайтесь, расскажу, подскажу. Был спортивный интерес, и я его выиграл сам для себя. Так, вот это, наверное, игрушка начинается, да, или нет? Так, что делать? Пошел, да? Так, и что дальше? Так, ага, это я уже играю. Все, понял. Так, прыгает. Ага. Прыг. Ну, пока такого, как бы ничего такого не ощущаю. Это что он делает? Танцует, зараза, давай потанцуй. Это мы радостные купили PlayStation 5. Йо-хоу, и бутылка, вот. Это Багрос танцует, короче. Танец в исполнении Багроста. Это, короче, крестик мы нажимаем, и он так исполняет. И йо-хоу, и бутылка рома. Вот это кайф. Вот это мне прям нравится, самая тема такая ништяковая. Ладно, чё, короче, давай подберем эти монетки. Так. Вон подсказки в правом верхнем углу. Ну, конечно, я понимаю, все... Ай-яй, и бутылка рома не получилась. Я понимаю, все это видели, но я сказал, ну, это просто первое включение, я не знаю, что там еще будет. Оп. Ну, что такого, как бы, пока я не увидел. 13 монеток. Так, что тут, включение какое-то? Бим. Что здесь, прыгать? Ух, что дальше? Оу. Так, что-то без музыки, да, надо было мне музыку ставить. Но я не знал, что будет, поэтому здесь что делать. Хуй-хуй, разбивать надо вот так, да, отлично. Это что такое? А, надо взять, я понял. Взять и тянуть. О, джойстик, ну за... Я тут стараюсь за джойстиком следить, как он что издает. Пока я, наверное, надо, когда стреляет, тогда будет понятно. Так, пока что-то необычного. Может быть, знаете, по рассказам других обзорщиков уже как-то кажется, что такое должно произойти. Как бы, ну, трусы вибрируют и вибрируют. Это, наверное, когда стрелять будешь или еще что там. О, все Соньки показывает, да? Дворец ЦПУ. Мне что делать? Так, разбивать или что? А, наверное, надо вот эти вот все... Ну, я полностью не смотрел про этого бота, что делать. Ой! Что это я сделал? А здесь тоже надо было что-то? А, тут бить надо было? Или взять? Нет, он не берет это. Это я просто отколошматил. Наверное, надо было туда кинуть. Ну, не знаю. Давайте попробуем вытянуть. О, а ну-ка, он туда. А, точно. Вот оно, что надо было. Надо, короче, тянуть эту фигню. И потом в ту хрень кидать. Еще? Еще можно? Нет, интересно. Нельзя. Ну-ка, а танцевать он еще умеет? Да, умеет танцевать до сих пор. Вот это кайф. Это больше всего мне понравилось. Так, ладно, что дальше? Что, мне туда идти? Я не хочу туда идти. Я хочу вентилятор... А, вон я не сбил. Еще одна хренотенька висит. Давайте ради интереса. Потом уже буду в эту игру играть. Зачем мне эти монеты, я пока не знаю. Вон PlayStation 1, да? Эх, где ты, PlayStation 1? Лаборатория. Ну, наверное, так и надо везде будет заходить. Не буду я, наверное, все проходить здесь. Давайте на этом остановимся, так как это не рассчитывал на поигрульке. Там я могу сейчас засесть на час там или еще на сколько. Так, как выйти? Options нажимаю. Так, открытая область. Вот, короче, это мы проходим игру, но нам пока это не надо. Мы выходим из игры. Да, я нажимаю выход из игры. Что здесь еще может быть интересного?
Astro Playroom. Ну все, мы включили, вроде посмотрели. Сейчас покажу, как у меня. Я быстро, как говорится, без всякого. Давай, выйдем. А, что там было, кстати? Демо. Демо контроллера. Во. Вот это надо было нажать сразу. Как бы записывать я не настраивался так сильно много-долго. Все у меня по-быстрому. Это сегодня у меня уже 6-е видео. Так что как-то так. Посмотрим по-быстренькому. А потом уже будете сами ловить. Чтобы, как говорится, спойлеров не было, да? Ну, это уже и так все видели. Встречайте без провода. Ну, сейчас, наверное, что-то будет. Вот вибрация, да, у меня пошла. Ох, он там прям звуки у меня идут. Я, наверное, микрофон же включил. А, ну это все было. Это мы все прошли. Все понятно. Ну, вот только здесь проверяется, ощущается. Ладно. Можем выйти отсюда. Не буду, наверное, дальше продолжать, ребята. Все, далее, далее, далее. На этом будем заканчивать канал Бороса для наших новичок. Ну, какое получилось, такое получилось первое включение. Как бы по-быстрому, что смог, подключил, пока без карты видеозахвата, так как NDSP я не отключил в PlayStation 5, и карта видеозахвата пока не работает. Это я уже дальше буду разбираться, смотреть, что да как. Нажал, вот, захочу на начальный экран, сейчас просто PlayStation случайно нажал и перешел на начальный экран. Ну, так это все выглядит, все пока нравится. Все нормально. Так, что еще, библиотека игр, все это мы будем делать потом. Ну, как-то так, все вроде, что мог по-быстренькому показал, а по-быстренькому оно и так столько времени заняло, да. Все, запрашивает меня, чтобы я туда пошел. Сейчас буду все скачивать с PlayStation 4, подключаться, пароли, шмароли к сети. Ну, как-то так, вот опять PlayStation нажимал, у меня куда, вот внизу показывают всякие там, не видно, да? Вот там колокольчики, что-то, вот смотрите, что собираются делать ваши друзья. Пока это просто нажимаем, понятно. Или ставим дальше. Уведомления, что у меня тут в уведомлениях? Во время игры отображаются только всплывающие окна, ладно. Ну вот, тут внизу вот эти всякая тут шляпутень. Это тоже потом уже буду разбираться. Я пока юзер один. Так и мы остаюсь. Но для вас, Багрос, для наших новичок. Все, всем удачи, хорошего настроения. Канал Багрос, все для наших новичок. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. Выходим в главное меню. Он просит меня. Это по низу надо перескочить. И вот главный начальный экран. Ну, на начальном экране и остановимся, правильно? Не хочет что-то меня на начальный экран пускать. Он хочет, чтобы я все-таки туда, наверное, да, переместился. Переключатель какой-то тут. Вот, то есть я могу сразу туда войти, наверное, где я... Видите, назад в игру, перейти в игровой центр, закрыть игру. Давайте я пока ее закрою, все. Нажимаю PS, ничего не происходит. А как выйти обратно, интересно. Вот, просто нажал в игры и вышел. Ну, чтобы на этой ноте закончить. Все, пока-пока, увидимся, услышимся. Сильно не ругайтесь, мы, как говорится, не специализированные обзорщики, но как можем, так и делаем. А если сильно мучиться, что-нибудь получится. Все, пока-пока, увидимся, услышимся. Еще раз, еще много-много раз. Чао.